Всем огромный привет, мои дорогие друзья, меня зовут Сергей. И сегодня я решил снять для вас школу в Блокстрайке, да. Конечно, если вам это понравится видео, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, да, ребята. Ну а мы начинаем. Ну что ж, погнали. Йоу. Где я? Я что, в школе, что ли? Я пришел в школу. Как-то надо пройти аккуратненько. Потому что я тут видел какие-то охранники. А какой-то охранник красный ходил. Это очень плохо. Это школьник. Твою мать! Кто? А я больно! Нет! Убегаем! Тому какой-то. Я не знаю, кто это! Валим! Беги! Твою мать, что сейчас будет? Убегай! Ты тоже беги! Давай залезай! Ой, спускайся ко мне! Нет, ты залезай! Бежим! Бежим! Прыгаем! Ай, нога! Твою мать! Ну нафиг! Надо сваливать отсюда, а! Твою мать, этого пацана убили! Я слышу эту перестрелку. Мне очень плохо. Лучше тут быть. Я надеюсь, меня не убьют. Это маньяк какой-то, это маньяк! Это маньяк. Если что, у меня есть оружие, мне друг давал такое и такое, пистик. Я не знаю, что делать. Я вообще, блин, я не могу, мне сердце уже... Я не могу. Мне страшно. Если мне он сейчас придет, он меня убьет. Ай, сейчас я ногу поранил, мне ногу больно. Это на флаг какой-то похоже. Пожалуйста. Надеюсь, он меня не увидит и не убьет. Все. Фуф. Я, короче, сдержался. О, нормально. Как ты меня теперь мастер, а теперь я охранник? Я буду убивать школьников этих. Пытаться. Сюда иди! А, иди сюда! Чё ты? А! Твою мать, я начал перезаряжать. Так, я здесь сижу за камнями. Чё? Got knife? Нормально, я, короче, тут за камерами сижу. Got knife? О, фак! Это же была М-ка есть. У меня тоже М-ка есть. У меня М-ка тоже есть. М-ка есть, только она без... она без скина. Капец. Это же просто капец. Это круто. Круть. Не знаю, как это... зафоткать. Блин, я же за не могу. Все, я успел это зафоткать. Да, нормально получилось. Давай. Она вас убьет. Катнайф, блин, беги. Тут один катнайф отличается.
Давайте, короче, подождем. 7! Ну, это на камерах сейчас. Камера отрубится. Твою мать, камера! Фуф. Вылез я из камеры, короче. Стой! Стой! Дай я посмотрю. Боже, дай я посмотрю. Катнайф. Как ты его себе выбил? Это же капец, это же нереально просто. Его же невозможно выбить. Пожалуйста, не надо меня сейчас убивать. Закатнайфа! Да! Я училку убил. Фак. Фуф. Он убил Гатнайфа? Все. Так, ладно, тут пули. Я не знаю, что делать. Ребят, простите за такое видео короткое, но понимаете, все короче через жопу. Вечером плохо интернет ловит. А как вы видели, по моим часам 21:55, понимаете? Это уже вечер, и он плохо. Интернет плохо ловит. Он, вот видите, вообще это вылетел. Потому что. Короче, херня. Пацаны. Да, ребята. Я думаю, если вам это видео понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Да. И, понимаете, я видео, где я хотел свой канал увидеть, я его... Куда? Поди. Да. И всем пока-пока. А так, кстати, короче, что я вам еще хотел сказать... Да, вот от этой херни не избавиться, понимаете? И я все свои деньги попросрал на обычный кейс. Да. И я выбрал таким же образом себе вот такой новый скин на А12. Вы его, наверное, заценили. Напишите в комментариях, как он вам. Нравится или нет. Да. Собственно, вот так. Всем пока!